На саммите СНГ белорусский лидер внезапно решил покритиковать коллегу и получил, что называется, адекватную ответку. Совсем же, Марк Емельевич, а да. Что вы не объявили? Мы же почти генсека избрали, а вы не объявили. Александр Григорьевич, у вас теперь любимое занятие критиковать председателя. Вроде бы президенты после встречи посмеялись, но обниматься никто не стал. Хотя в плане критики, безусловно, всех превзошел президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он назвал все эти саммиты показухой и указал Путину на несправедливое отношение к странам Центральной Азии. У нас обязательно изучение русского языка с детского сада. Военные базы есть, полигоны так как были, так и остались. Всегда уважали и уважаем интересы своего главного стратегического партнера. Но хотим, чтобы нас уважали. Но политологи снова заговорили, что Путин больше не авторитет в регионе. А британское издание Daily Mail и вовсе назвало заявление Рахмона унижением для российского диктатора, который, цитата, «потерял уважение и влияние у себя на заднем дворе».